Итак, дорогие друзья, в прошлом видео показывал, что мы шлифуем стены. В данном случае они у нас в клею. Там ПВА, КМЦ, какой-то еще, там, я не знаю, 40 лет назад, какими клеями пользовались. Его обязательно надо сошлифовать, потому что он может реагировать с шпаклевкой, потом шпаклевка отойти. Хотя бы пройти по-грубому. Вот, я покажу, скажу, сколько это заняло времени. 40 квадратных метров вот этой комнаты. Шлифовать будем с помощью шлифовальной машинки нашей DLT-7240. Вот. В чем она удобна, что она без пылесоса работает. Пыль не оставляет. То есть вот этот мешок, прям вот мы тестили, то есть справляется на ура. То есть вся пыль остается в мешке. То есть на полу практически ничего. Единственное, когда в конце выключаешь, чуть-чуть пыль ссыпается. Ну, из-за того, что тяга уменьшается. То есть вот именно когда выключение происходит. А когда вот работает машинка, она хорошо справляется. Работать будем. Вот это, кстати, эксцентриковая подошва. Это нам не нужна. Орбитальной подошвы. Вот. В данном случае в комплекте у нас мягкая идет. Я думаю, здесь без разницы. У нас главная задача — убрать клей. Будем так не основательно, но хотя бы поверхностно убрать. Потому что клея очень много на стенах осталось. Надо его чуть-чуть шлифануть. Вот. Использовать 80-ю. В данном случае у нас. Все, приступаю, покажу, сколько займет это время. Правильно было замечено, что вот этот мешок, когда одеваешь, вот, нужно, чтобы сверху заходил шланг. То есть, грубо говоря, на плечо одеваешь, и, наверное, через плечо удобнее будет вот это, когда проходит. Потому что, когда снизу, вот так вот мы его делали. То есть получается, он сам себя забивает, шланг. Шланг должен, пыль должна выходить. А так получается нагрузка на машинку. Соответственно, то есть вот таким образом его через плечо вешаешь сверху. Сверху плеча идет шланг. Так вот. Шишки. То есть прямо до основания вот так не получится зашлифовать. Вот. То есть основная задача — хоть чуть-чуть этот клей убрать. То есть смысла такого нет, чтобы прям полностью вот от этой газеты освободить. Но чтобы самое главное — вот этой пыли не было. Она еще дополнительно уберет эту пыль. Вакуум убирает мешок в наш и, соответственно, дополнительно повредит клей. Вот. То есть нету задачи полностью убрать. Еще раз повторяю, вот до таких шишек доходим, то есть это все максимум больше не снимет. Это же поверхность бетона рифленая, соответственно, идеально не получится. Бетон мы не будем шлифовать, это действительно нужна машинка по бетону, но это уже совсем другая стоимость. Здесь, повторю, все входит в стоимость шпаклевки. То есть этот момент мы не проговаривали, это мы чисто для себя делаем, для перестраховки. Вот. Машинка легкая, одной рукой
Тем более, когда уже на поверхности, мы только ее толкаем, вакуум частично притягивает. Вот. Можно жирафом. В принципе, она тоже удобна. Мне нравится, она более контролируемая, потому что видишь поверхность на уровне глаз все. Одной рукой устаешь. Ну, сейчас камеру положу двумя руками, намного быстрее, легче будет. Еще раз повторю, наша цель не избавиться полностью от клея, а убрать сыпучий слой клея. Вот. И заодно дополнительно пыль вот эту вот мы проходим, собираем в мешок. Вот. Чтобы нам ее, чтобы ее меньше здесь было. Потому что мы когда начнем грунтовать, она здесь останется. То есть она перемешается с грунтовкой, и грунтовка не будет уже исполнять ту функцию, которая должна. То есть грунтовка должна быть сверху защитой. А в данном случае с пылью она может перемешаться. То есть даже в большей степени мы сейчас еще избавляемся от пыли. Ну и дополнительно шлифуем этот рыхлый слой клея верхний, который по-любому остался при демонтаже вот этой газеты. Несмотря на то, что с жирафом может удобней работать, вот здесь основное преимущество еще то, что не нужен пылесос. То есть я легко передвигаюсь, только вот провод за мной. Вот. Потому что в таком случае, когда с жирафом, когда мы шлифуем, нужно еще пылесос передвигать. Вот. У меня там, по-моему, 4 метра шланг. Здесь я рубля. Самое главное, длинную переноску. Но переноска проще, чем провод, чем шланг. Потому что шланг путается, мешается, цепляется за все. Вот еще одно преимущество, почему эту машинку тоже удобно использовать. Все, полчаса. Стены подготовлены под грунтовку.